Наша КБ занимается разработкой испытательного оборудования и технологической оснастки. Испытательное оборудование, оно предназначено для испытаний как элементов путевой структуры, так и элементов и подвижного состава. Вот, и потом это будут полностью весь подвижный состав, тоже будут какие-то моменты испытываться для того, чтобы обеспечить в первую очередь безопасность, а во вторую очередь долговечность транспортного средства и путевой структуры. Технологическая оснастка, она включает в себя большой комплекс приспособлений, оборудования, которые предназначены будут для строительства путевой структуры, изготовления отдельных деталей, изготовления, сборка самого транспортного средства, ну и масса еще всяких приспособлений, которые будут облегчать жизнь рабочим при сборке, при строительстве всей этой системы.